Добрый день. Хочу рассказать вам о том, как заполнить в 1С бухгалтерии акт об оказании услуг. Есть два способа, на самом деле очень интересных. И, соответственно, возникает всегда вопрос, каким образом отобразить в акте именно те значения, которые нам нужны, не наращивая справочник номенклатуры, да, там каждый раз. И второй вопрос, как сделать массовую выписку документов там, с печатью там, и так далее. Предположим, что у нас есть какая-то организация, которая предоставляет услуги аренды, и, соответственно, есть несколько арендодателей, которые арендуют у нас помещение, соответственно, мы сейчас для них подготовим документы об аренде за июль месяц там, вперед. Вот. Не за июль, а за июнь месяц, точнее, за текущий месяц. Соответственно, как это делается? Вы можете зайти в продажи, и здесь есть реализация акта. Соответственно, здесь нажимаете на кнопку «Реализация». Вот, можете выбрать перед этим конкретного контрагента, допустим, вот бар «Дионис» у нас арендует помещение, и конкретную организацию. Вот, соответственно, произошел там отбор, да, там, и, соответственно, здесь выбрался бар «Дионис» и организация это. Вот, и нажимаете «Реализация» и нажимаете «Услуги», «Акт». У нас автоматически сформируется акт по тому отбору, который мы сформировали. То есть это торговый дом комплексный. Вот номер лучше сразу там конец месяца поставить. Вот бар Дионис. Здесь выберем договор. Вот, договор аренды нежилого помещения. Пусть он так будет называться. Да, там, соответственно, здесь договор у нас с покупателем. Торговый дом комплексный, бар Дионис, есть цена, можно установить срок оплаты, можно подписи контрагента, подписи представителя организации, все эти данные внести, есть галочка «Договор подписан» и срок окончания действия. Вот, соответственно, выбираем этот договор и здесь добавляем услугу, которая называется «Аренда». Вот, у нас автоматически подставляется сумма по этой услуге, цена, точнее, за квадратный метр, который мы можем вот здесь определить, да, там специальный тип цен завел я аренда и, соответственно, установил эту цену в 1500 рублей. Вот, и, допустим, сформируем здесь количество там 60 и напишем, что это аренда, договор аренды нежилого помещения по улице Карла Маркса 40. Все, реализацию мы оформили. После того, как мы ее оформили, можем выписать счет фактуру. Есть галочка «Документ подписан», да, чтобы мы знали, что документ подписан, и, соответственно, можем этот документ отправить на печать. Вот, соответственно, у нас, во-первых, в основании, да, там полное наименование договора будет прописано, второе, в наименовании работы услуг, да, там, то есть как вам удобно тоже, либо так удобно, также будет прописаны те данные, которые мы вот здесь указали. Вот это первый способ, способ выписки там через реализацию, соответственно, здесь мы на каждого контрагента оформляем документ. Вот, есть второй способ. Второй способ – это мы также заходим в продажи и выбираем документ, который называется «Оказание услуг». Тоже здесь сразу установим отбор и создадим документ. У нас автоматически создастся документ по организации «Торговый дом комплексный», поскольку был остановлен отбор. Мы здесь выбираем номенклатуру нашу «Аренда». Вот. И здесь я специально завел вид расчетов. Есть такая возможность отфильтровать все договоры по виду расчетов. Вот я завел здесь аренда. Нажимаем на аренду и нажимаем подбор. Точнее, не подбор, а заполнить по виду расчетов. И у нас сюда, да, там, если вот, допустим, не стоял бы вид расчетов, то у нас бы все договора, которые есть со всеми контрагентами, да, они бы сюда попали. А поскольку у нас стоит вид расчетов, у нас сюда попадают только те контрагенты, по которым есть договор с видом расчета аренда. Это здесь вот указано в дополнительной информации. Соответственно, туда попало договор аренды нежилого по 13А и по Карла Маркса 40. Да? Допустим, здесь пусть будет там
50 квадратов, а здесь там будет 60 квадратов. Соответственно, сумма там 90 и 50. Вот, мы можем этот документ провести и распечатать одновременно все счета фактуры, если нам нужно, да, то есть все счета фактуры, которые нам нужно, да, там указать галочки, распечатать все акты об оказании услуг и универсальный передаточный документ. Выглядит это следующим образом. Мы нажимаем на акт об оказании услуг, и у нас с вот такой разделительной полосой, да, там, если вы будете отправлять на принтер, соответственно, распечатывается акт 1, 1.2, 1.1, 1.2 и так далее. То есть сколько контрагентов вы добавите, столько актов у вас распечатается. Вот такие два способа формирования акта об оказании услуг есть в бухгалтерии. Достаточно простая вещь, однако там не все пользуются. Вот, не все пользуются, не все знают вот эти вот механизмы. И когда возникает вопрос с массовым заполнением документов, делают там большое количество ручной работы. Потому что вот этим документом, который называется оказание услуг, можно сформировать... Вот таким образом, используя вид расчетов, сформировать большое количество документов по всем контрагентам, которые вам нужны, просто нажав на кнопочку «Заполнить». Это очень просто, эффективно. Если у вас типовые расчеты со всеми, то очень удобно. Вот те значки, которые здесь появлялись, красненькие, да, там они означают, что вот этих контрагентов программа не нашла по ИНН через сервисы специальные налоговые, она вас как бы предупреждает об этом. Вот, чтобы этот механизм работал, используйте вот этот вот с красными значками, да, чтобы этот механизм работал, используйте, во-первых, подписку ИТС, во-вторых, у вас, конечно же, должна быть 1С бухгалтерия официально приобретенная. Вот, если у вас есть какие-то вопросы по поводу формирования актов, по поводу использования программы 1С бухгалтерия, обращайтесь к компании Кадрлайн, мы всегда вам подскажем, как максимально эффективно использовать эту программу. Спасибо.